Как распознать, что твоего близкого человека завербовали? Существуют различные методики вербовки, запрещенные экстремистские и террористические организации. Анализ методологии вербовки показывает, что существует несколько стадий вербовки. Рассмотрим самые главные из них. Первое. Контроль вашего поведения. Вербовщик пытается регулировать и контролировать ваше поведение. Где и с кем вы живете, как живете, какую одежду, прическу носите, какие цвета предпочитаете, какую пищу употребляете, что из этого нельзя, а что можно. Постепенно, путем манипуляции вашего сознания, вербовщик входит в сферу контроля. Вы становитесь зависимым от его мнения. Вы спрашиваете его мнение и выполняете его просьбы. Необходимо спрашивать разрешение для важных решений. Затем вербовщик постарается втянуть в систему наказания и поощрения. Отсюда вы становитесь покорным и зависимым. Это первая стадия. Противостоять такому методу вербовки можно и нужно. Необходимо задавать ему встречные вопросы. А зачем выполнять его просьбы? А почему это нужно делать? Вам необходимо критическое мышление. Второе. Контроль получаемой вами информацией. Вербовщик будет придумывать и передавать вам свою информацию и отрицать ту информацию, которая передается другими источниками. Он будет разговаривать с вами на другом языке, будет вырабатываться особый язык передачи информации. Использование обмана, лжи, умышленно утаивается другая альтернативная информация, происходит ее искажение. Чтобы сделать более приемлемой, начинается процесс открытого обмана. Доступ к альтернативным источникам информации сводится к минимуму или устраняется приверженность к ним. Газеты, журналы, телевидение, радио, полное отсутствие критической информации. Блокировка возможности общения с бывшими участниками. Это вторая и самая важная стадия, когда происходит слом психики и сознательный уход в особый мир. Мир делится на своих и чужих. Своих мало, но они герои. А чужих много, и их надо стороной обходить. Что необходимо сделать? Главное не искать врагов в окружающих вас людей. Третье. Контроль над вашим мышлением. Контроль над тем, о чем вы думаете. Поощряются только хорошие и правильные мысли. Применяется техника прекращения мышления, отрицания, рационализация, оправдание, принятие желаемого за действительность, мышление желаниями. Вам дается возможность оправдания своим мыслям о насилии по отношению к чужим. Вырабатывается язык вражды и ненависти. На данном этапе вы полностью подконтрольны вербовщику, и ему осталось дать вам команду. Четвертое. Контроль над вашими эмоциями. Вербовщик ведет манипулирование и сужение спектра чувств ваших как личности. Он делает так, что во всем вы видите свою вину, во всех проблемах. Происходит кризис идентичности. Кто вы? не живете в соответствии своим потенциалом. Откуда вы? Ваша семья, ваше прошлое, ваши привязанности, мысли, чувства, поступки. Вы делаете вывод, что до сих пор вы неправильно жили. В этом этапе идет чрезмерное использование страха, боязнь мыслить независимо, боязнь внешнего мира, боязнь врагов, боязнь потерять свое спасение, боязнь природных бедствий. Если вы видите, что ваш близкий человек изменил свое поведение, такого вы раньше не замечали, он стал говорить непонятные для вас слова, если он отвергает информацию из популярных СМИ и вообще не смотрит, замкнутый и начинает требовать, чтобы вы тоже изменились, выдвигает какие-то непонятные для вас требования, нормы, то необходимо бить тревогу. Рекомендации. Что делать? Первое. Узнать реальный круг общения вашего близкого человека. С кем он стал общаться лицом к лицу, через мобильную связь, интернет. Второе. Обратиться к психологу, теологу и выработать пошаговую инструкцию. Стандартных инструкций нет. У каждого случая свой подход и свои требования. Возраст, социальная группа, пол, религия. Берегите своих близких.